С вами Хэк Скуки. И Дарксан 095, и еще один товарищ, который не может разговаривать. Доктор Геас, он Фриман. Да ладно. Ты... Но он просто молчит. Что? Вообще, мы отстроили эпическую... Это он сказал? А. Да, это он сказал, он с нами. А, отлично, он не Фриман. Отлично. А, давай. Мы сегодня строили эпическую херню. Много народу ушло, но осталось, в общем-то, к вечеру трое. Вот, давай, крупный кадр. Давай, давай, показывай. А, окей. Фапос мод он. Данное здание находится в Дании. Точнее, не находится, проект планировался для Дании. Мы его выбрали, потому что он вроде бы и не квадратный, вроде бы и квадрат. Как первое видео, нам оптимально. Да. Ну, я считаю, что он удался. Ну что, пошли, проведем экскурсию. Называется Green Village, там на всех балконах. Village in the Sky. Village in the Sky? Разве? Да. А, окей. Там просто ссылка в Green Village, по-моему. Парковочка, да? Парковочка, да. Вау. Парковочку у нас все расстроил. Ну, небольшая такая парковочка, но... Смотрится прилично. Итак, фонарики. Фонарики, да. Фонарики руль. Главный вход в здание. Да. Фонарики, опять же. Фонтанчик. Ну. Светильник. Лестница. Так, у нас здесь 21 этаж. Лифтов, к сожалению, мы не смогли придумать здесь. Этажей 20 плюс пентхаус. Комнатки. Ладно, ты вид из окна. Сверху он лучше. Да, сверху там шикарно. Давай наверх. Окей. Наверх. Это у нас комнатка Forever Alone. Такая маленькая, невзрачненькая. Хотя обустроена она довольно-таки хорошо. Я предлагаю на комнатах особо не зацикливаться. Окей, да. Вот здесь много этажей. Да. Очень много этажей. Этажей очень много. Ну, много необустроенных комнат. Уже пятый этаж. Шестой этаж. Дарсан, ты где? Я иду. Отлично, сейчас мы поднимемся. Уже седьмой этаж. Блин, это мне напоминает такие случаи, когда там в 20-этажном лифте. Ой, в 20-этажном доме. А, о да. Forever Alone. И смайлик. Который насмехается над Forever Alone. Окей. Это мне напоминает ситуации, когда в 20-этажном доме ломается лифт и приходится подниматься пешком. Крайне эпические ситуации. А, фак. Хорошо, что я читак. А ещё я... You are a pirate! Уже утро наступает. Девятый этаж. Десятый этаж. У нас тут почти на каждом этаже такие милые балкончики. Такая с эпическим видом. Модерновая фазенда. Да. Сиськи. Окей, пошли дальше. Трубка. Этаж. Какой у нас там? 11, 12? Понятия не имею. 11. Только 11 этаж, ребят. А их 20. 21. Ну там мой пентхаус еще. Надо было посчитать, сколько мы консервные стоим. Ну, консервная банка. Или пиво. Счастливое число. 14.
А, вот, кстати, комната Forever Alone. Нет, она с балкончиком. Очень маленькая. Но комната Forever Alone на 4-м этаже, она еще меньше и без балкончика. Это комната Бабы Клавы, точно. А, да, точно. Баба Клава. Наша уборщица. Да, но мы ее замуровали. Вот, она... Какие-то... Она и призрак теперь на всех дает. Да. Какие-то моменты она приносила много проблем. Вот, Баба Клава. Ну, это наш местный мем, скажем так. Вот. Еще одна комнатка. Крест. Почему-то кто-то у нас очень любит ставить кресты. Я тут и на дороге поставил. Ну, а я поставил еще из адского камня и поджег его. И поставил туман на максимум и врубил такую крипи-музычку. Ну, то есть золотая пластинка, которая там, давай, да? Давай наверх. Трек называется 13. Сейчас начинается эпос, эпос. Самая няшная вещь. Да. Ну, балкончики, это уже понятно. Нет, это просто... Еще комнатка, еще балкончики. Еще балкончики. Ой, окей, пошли еще выше. Отсюда уже деревья наши видно, слышишь? Наши ага. Деревья офигенные. Так, меня уже что-то начинает тормозить, потому что уже 17 этаж. Смотри налево там. Ну-ка посмотрим. Сид, помнишь? FPS вообще. Да. Это наша местная достопримечательность. Мост. Он, мы шедевр, его не... Шедевр рандома гениара. Да. Ну вы уже, я думаю, знакомы с его шедеврами. Они бывают настолько эпические, что мозги просто не выдерживают. И вы начинаете обильно срать кирпичами. Вертолетная площадка уже палится. Затем мы вас познакомим с нашим местным аттракционом. Прыжок веры. 17 этаж. Чурья. Окей. Я с тобой. Я меткий. 19 этаж. Вот, такая милая комнатка. На каком сервере не было прыжков веры? Покажите мне лицо. Уи! Ну, аттракцион прыжок веры. Ну, я не буду пока прыгать. Давай, поднимайся к нам. За доктора Попова. Ну, чувак. Ты умер? Нет, он жив. Окей, я тогда сейчас сам вам покажу свой пентхаус. Ну, он отличается от всех. Сильно. Я его не успел нормально обустроить. Ну, что за нам? Я его не успел нормально обустроить. Вот у меня такой столик. Полы необычные. Не давай. Кровать. Двуспальная. Ну и самая шикарная часть моего дома. Сисек уже не видно. Прискорбно. У меня тут даже местная картинная галерея есть. Окей, я думаю, я теперь тоже могу совершить прыжок веры, и мы... Нет, сиськи. Вот там. О, да. За облаком. Чёрт. Да. Ну да, это они. Зига. Окей, ребят, теперь я думаю, я могу тоже совершить прыжок веры. И затем мы познакомим вас с нашим Silent Hill. У нас умные двери. Ну тоже. Окей. Не понимаю. Я выжил. А звук был как будто. Мне печенька. И тебе печенька. Ой, тебе не печенька. Даже сама возьми печеньку. Нет. Печенька.